Всем здорово, всем привет. Очередная мотораспаковочка. Так. Хорошо запечатано, качественно. А тут еще пупырышки всякие. Вау, даже две наклейки подарили. Марушин Хелмец. О, и вот такого вот дядьку. Надо будет куда-нибудь наклеить, но потом. Душевно запечатано. Они такой скотч интересный берут. Продолжаем. И что мы видим? А вот такой вот чудненький приспособ. Что это такое, если кто-то вдруг не знает? Допустим, что у нас цепь на моцке или на велосипеде. Надо убрать, либо добавить одно звено. То есть, грубо говоря, откручиваем. Выгоняем эту штуку. Ставим звено. Зажимаем его головкой, и потом так тидинь, и звено выталкивается. Так, собственно говоря, заталкиваем и новое звено. Вот такой вот очень полезный инструмент для мото-веловладельцев. Вместо того, чтобы покупать цепь в дороге, материал прочный, крепкий. Вот такая вот вещь. Ссылка будет находиться внизу под видео. А также пишите, какое интересно вам было бы увидеть прибор, инструмент, гаджет для мотоцикла, для велосипеда. Пишите об этом в комментарии. Все, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.